Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И как вы заметили, нынче мы с брателлой, как и в прошлом году, опять вот так вот в снегах начинаем завершать рыболовный сезон. Ну что, поедем, посмотрим. Ну, давай. Брателла видит ключ, выпадает такой, или проточка. Он видит, что место вкусное, и пытается до него дойти. Ну, а сейчас мы начнем нашу рыбалку. Нам на лодке подплыть, да? Ну да. Давай попробуй. Так, ну что, банда. Попробуем, посмотрим. Мы оказались примерно так же, как в прошлом году. Такое же время и в условиях. Можно попробовать половить. Че, Андрюх, пошли половим? Да, сейчас начнем мутить. О, Андрюха уже поймал. Не успел я дойти. Не успел я сделать первый. Да, первого нельзя. Опа, на. Первый малыш Хариус. Ты маленький, гуляй. Опа-на, опа-на. Хороший сход. В этот раз у меня уже катушечка отремонтировано. Вот такого можно взять. Вот на такую муху под цвета короеда. Муха убийца цвета короеда. Опа, не, подошли. Еще один на жереху пойдет. Опа, на. Еще один. Караеда, под караеда. Караеда? Да, ну не сразу начали, Андрюха, брать, я тебе скажу. Сразу, да? Не, вот только сейчас вот начали. Не, а там? О, мой первый антирекорд. Сейчас я пойду к вам. Опа-на! Хороший тарюзок.
Ну обязательно сейчас будут, Андрей. Малыш, даруем тебе свободу. Тебе, малыш, тоже даруем свободу. Небольшие есть, конечно. Не скажу, что много. О, хороший он, Андрюхи, хорюзок. В заглот? Опа! Хариус хороший. Слышь, тоже в заглот. Ну, жадный. Вау, Андрюхи, вообще нормальный хариус. Хариузята поросята. Андрюха говорит, хариузята поросята. Опа-на. Пойдут. Ух ты! Возможно, что в конце был линок. Линок обычно на самом-самом конце берет. Опа! Хороший. Ох, какой красавчик. Опа! Да. Вот его величество линь ушел небольшой. Да. Здорово. Принес массу удовольствия. Спуск увеличил, там видно ямка, надо глубину больше. Вот только спуск добавил и видно, муха пробила его горизонт, где он именно кормился. Надо высыпать наш утренний улов скромный с Андрюхой. Вот, еще чуть-чуть добавилось, вроде утро. Начинается неплохо. Сейчас Андрюха добавит свой скромный улов. Закрывать крышку. Смотри, сколько белохвостых орланов летает. Это говорит о том, что рыба есть. Вот, уважаемые зрители, решил включить камеру, потому что нашел интересное место. Такое медленное течение. Уже поймал 20 хорюзов. Еще 10 выпустил маленьких. Просто какая-то колыбель хорюзов. Очень много и больших, и маленьких. И клюют
практически с каждой проводки. Интересно. Интересно, вот видите, вот постоянно тянут. Я их вижу, как они снуют, их очень много. Несмотря что такое, видите, постоянно. И мелочь уже устал такую выпускать. И крупные между ними попадаются. Этих мы маленького отпустим, красавца. Пусть дальше растет. Ну, вот каждая проводка практически. Вот видите, постоянно тянет. Ну, это мелочь прям. Ушел. Беру так неуверенно. Но практически на каждой проводке. Вот прям вот из-под ног. Хорезочки. Что интересно, в конце не берет, потому что в конце должен быть клинок. Я вообще нисколько не сомневаюсь, что он здесь есть. Но сегодня у нас с линком проблема. Не знаю, какую ему муху надо. Вот опять поволок. И так практически каждая проводка. Я уже практически не считаю, сколько их тут. Вон они, аж на поплавок. Я не знаю, на камеру, конечно, не видно, но в поляриках я их вижу просто их. Просто их много. Собралось их тут просто. Коризовый рай какой-то. И средненькие, и маленькие. Всякие. Вот он. Это-то. Нормально ты поволок. Забагрился, что ли? Да. Всему, конечно, есть объяснение. Здесь я китовая терка, но вот киты я в этом году не видел. В этом году у нас с китой вообще проблема, уважаемая банда. Ну вот, то, что здесь охарюза крутится, это говорит о том, что все-таки какое-то количество киты есть. И что-то я не взял, надо было икринку пробовать подсаживать. Ушел, красавчик, молодец. Да какой ты там? О, этот уже такой хорошенький. Вот такая вот муха-убийца цвета подкороеда. Видите, в почете. Только кидаю, сразу же клюет. Я уже и камеры-то включу, когда их уже тут сколько, даже больше 20 штук поймал. А это уже продолжает клевать. Смотри, как из пулемета, Андрей. Подходи. Повеселимся. Я думал, я их тут уже выловлю, но что-то, смотрю, стая не кончается. Нет, по колено. Маленький спуск всего, сантиметров 30. И хорошенькие есть, и маленькие, и всякие. Видишь, а стоит вот здесь. А потому что тут терка, Андрей. Видно, какое-то количество киты зашло. Ну, подходи. Вон, видишь, они вон. Наш как раз размерчик. Вообще ни одной поклевки. Смотри, что за муха, покажи. Вот только брателло пришел, смотрите вон. Видите, место какое. Пушка просто, да? Смотри, Андрей. Телесная это. Муха. А у тебя какая? Ну ты. А. У тебя просто по изношению уже старая. Тоже такая же.
Просто мутишь и берут из-под ног, Андрей, в основном. Вон они прям сигают. Ну вон, смотри, вон, летает прямо из-под ног. Да, популяция. Так я уже тут надергал, блин. Уже десятка, наверное, три больше уже отборных таких. Ну скажу, нетипичное такое место для данной реки. Да, нетипично, я сам бы не догадался зайти. А там вообще пусто. Я говорю, один за другим, да, брателло? Вон, смотрите, как брателло шпилит. А, брателло? А ты покажи свой этот ритуальный танец там. Не ритуальный, а этот. Шамана, чтобы как Хариза подходили бедрами. Помнишь, ты в прошлый раз мужикам в серии хотел? Да. Смотрите, вот. Сейчас вас брателло еще раз научит. Все, это главный успех хорюзятника, да? Конечно, они сейчас будут это. Главное, вертеть побольше. Да. Двигай телом, двигай. Вот, смотрите, вы, о, видите, я вам говорю, надо двигать бедрами. Да, конечно. Льдинки несет. Это мы на моторе прошли, берега поскалывало. Да, они есть, да, им нужно погода, будет снежок, пасмурно, они бы сейчас бы тут бы коксу бы дали. Вот, кстати, есть особенность, когда вот так вот уже глубокая осень, то лучше всего ловится крупная рыба, когда пасмурно, снег, также и таймень, также и ленок. И также на муху, также и на воблер. Опа-на! Хороший кабанчик. Опа, ушел. Ну, это не беда. Их тут в достатке от этого. Вы видите, один за другим, да, брателло? Да, вот это сейчас такие немножко. Поменьше. Они перемешку. Тут нет такого, что мелочь, и значит уже все. Да. И потом опять крупняк подходит. И... Да. Вот. Да, уже более-менее. И у меня поклевки. Я тоже его отпущу. Во! Вот этот уже такой. Отлично, такой вот уже нормальный. Андрюха тоже поставил муху под цвета караеда. И понеслась. О, нормально, брателло шпилит один за другим. Блин, позвал, блин, на свою голову, да? Воспитали вас интеллигентом. Да. Я все равно шел к тебе. Я шел долго дорога, но шел. Да, потому что ты увидел, что тут клюет, да? Там, вот уже... Во, брателло тут вообще дергает. Но я брателле нисколько не завидую. А потому что у меня такая же беда. Маленького хорюзеночка отпустим. Аккуратно, чтобы не потравмировать его. А ты сверху ко мне шел, тут выше не берет, нет? О, нифига, Андрюха там кабанчика дернул. Нормального. Андрей, а если выше ты шел ко мне не берет, их выше не стоит, нет поперека? Вообще ничего. Ты смотри, только вот в этом вот месте, да? Да. Офигеть. Я мух менял. Угу. Поставил вот эту зеленую, саватовую. Ага, и ничего, да? Вообще ничего. Офигеть. О, нормально, хорошо. Андрюха прям один за другим влупляет, да, брателло? Правильно, уважаемая банда, смотрите на счастливое лицо Андрюхи. Хорюзятника. Да, хорюзятника беспонтового. Не всю же жизнь таймень. Не, ну те зрители по-любому немецкую кепку не прощают, я думаю. Я понял. Придется еще раз ехать. Заканчивать сезон. Да, я думаю, уже все. Немецкая кепка. Ну что, уважаемые зрители, у меня остался крайний полузаряженный аккумулятор. Сейчас сядет. И сегодня уже кино не будет. Мы уже с Андрюхой начинаем уже борзеть. Пришли, высыпали, поменяли новые мухи. Я вот сейчас буду еще подсаживать икру с другой мухой. Вот, наш скромный улов на сегодня. Вот такой вот нормальный хорюзов взяли. Мелочь всю выпустили. Вот. Порыбачили. Ну, еще у нас полдня впереди. Я думаю, термос мы добьем. Да, Андрей?